Пермской слезу, я не знаю. А вы тебе приняли или нет? Надеюсь. Понял, просто глухо. То, что сейчас. Пожалуйста. А вы платили вот на это? А сколько стоит? 50. Вы 50 заплатили, да? Где, пожалуйста, а платы не будете? Я же не знаю, я же пойду куплю таблетки, мне еще раз купить. А, я понял. Сейчас я куплю. Я там не знаю. Мне надо очень что-то не подумать. Ну, а вы, пожалуйста, занимали очередь. Я же за вами. Женщина, пойдите, пожалуйста. Женщина, пойдите, пожалуйста. Ну, а сколько стоит УЗИ? Сколько вы заплатили? Я извиняюсь. А сколько стоит у нас? Я не знаю. Мне там... А вы не платили ничего? Не, я платила, но и 170 рублей, но у меня все вместе. 170 рублей заплатили, да? Это да. Вам исследование полностью было? Там врач сказал заплатить 170? Да, он не платит. Спасибо. Не то. Скажите, пожалуйста, сколько вы здесь стоит? Каждому будет сам. Вы платили кто-то? Ну, сколько вы платили? А вы же не... А на месте платили? Вы пенсионер. Нет, а платить на месте? Платить на месте? А вы инвалид? На месте платили, да. Ладно, просто. Есть? Надеюсь. Так, ну что, давайте.